Уважаемые коллеги, сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжить свое обучение, не выходя из дома. Вебинары летнего цикла проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии». Руководители направления – профессора Теодорович Олег Валентинович и Соколов Юрий Юрьевич. 16.30. Объединенный курс лекций по общей врачебной практике и курс мини-лекций по кардиологии – кардиологика. Читаю. Профессор Стремоухов Анатолий Анатольевич и председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. В 17.30 начнется объединенный курс «Неврология для педиатров» и «Актуальные вопросы рефлексотерапии». Научные руководители – профессор Зыков Валерий Петрович и профессор Тян Виктория Николаевна. 18.30. Курс психиатрии совместно с кафедрами психиатрии и сексологии, а также детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это еще не все. Несколько вебинаров по неонатологии и оториноларингологии пройдут по выходным в 14.30. Следите за расписанием, чтобы ничего не пропустить. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно, и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем наши воскресные вебинары, наши занятия. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – артериальная гипертония у женщин в постменопаузе. И мы, продолжая вот нашу такую линию на связь определенных образов женщин, вот показываю вам такую красивую женщину в возрасте. И если бы мы говорили с вами раньше, я бы сказала, 45-55 лет. Это раньше выделялось как период менопаузы. Но сегодня очень резко возросла продолжительность жизни и совершенно не редкость, когда женщины входят в этот период в 65-69 лет. Так что сегодня этот период совершенно законным является от 40 до 70 лет. Ну, а сам период составляет в среднем 5-6 лет, когда у женщины перестраивается организм, и когда эстрогены, которые прикрывали все ее сосудики, сердечко и вообще весь организм женщины, они постепенно перестают синтезироваться, и женщина уже переходит в период, не прикрытый эстрогенами. Так что же делают эстрогены в нашем организме? Ну, когда их еще много, они очень положительно влияют на все параметры гомеостаза и в отношении показателей липидного обмена. Эстрогены увеличивают натриурез, обладают прямым вазодилатирующим действием, снижают синтез коллагена. Эстрогены улучшают чувствительность ткани к инсулину. Вместе с тем для эстрогенов характерен ряд эффектов, которые направлены на задержку натрия воды. И поэтому в этот период у женщин очень часто отекают ноги, идет перестройка, и вот эта отечность ног в этот период является одним из признаков вот этого периода постменопаузы.
Итак, дефицит эстрогенов ведет к развитию метаболического синдрома, что обуславливает еще одну особенность течения артериальной гипертонии у этой категории пациенток. Так что же такое вообще метаболический синдром? Чем он обусловлен? Обусловлен он тремя очень простыми вещами. Первое. Талия у женщины становится более 102 сантиметров. Помните этот анекдот? 120, 120, 120, где мы будем делать талию? Это как раз о метаболическом синдроме. Причем кофточку женщина может носить 50, 52. Брючки она может носить 50, 52, 54. Но живот будет соответствовать приблизительно 58-60 размеру. И поэтому фигура женщины приобретает такой не очень красивый вид. Второй большой признак – артериальная гипертония. Собственно, именно о ней мы с вами и разговариваем. И третий – нарушение трех видов обменов – углеводного, липидного и пуринового. Итак, какое же давление повышается вследствие дефицита эстрогенов? Систолическое. Будет расти именно систолическое давление. Именно оно будет выше границы, вы помните, граница между нормой и патологией 140. С ростом систолического давления будет увеличиваться и пульсовое давление. Таким образом, это повышенное систолическое давление, очень мощная пульсовая волна, она оказывает свое повреждающее действие на стенки сосудов, и стенка становится более жесткой, обрастает коллагеном и становится менее эластичной. И таким образом происходит такой замкнутый круг, что сначала повышение давления приводит к утолщению сосудистой стенки, к уменьшению ее эластичности, а потом сам факт уменьшения эластичности и повышения жесткости сосудистой стенки тоже приводит к увеличению артериального давления. Клиническим особенностям течения артериальной гипертонии у женщин постменопаузы можно также отнести повышение краткосрочной вариабельности артериального давления по данным суточного мониторирования. Также по данным суточного мониторирования повышается ночное АД с формированием патологических вариантов суточного профиля артериального давления типов Диппер и Найнт-Пикер. То есть артериальное давление вместо того, чтобы уменьшаться во время ночного отдыха, наоборот, увеличивается. Это очень нехороший прогностический признак, потому что все сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, они происходят в ночное время, вот при таком типе суточного профиля артериального давления. Так все-таки артериальное давление у мужчин и у женщин. Нужны ли какие-то особенные гендерные подходы? Есть ли какие-то группы препаратов, которые действуют на мужчин и не действуют на женщин, и наоборот? Так вот, результаты анализа подгрупп в 31 рандомизированном контролируемом клиническом исследовании показали сопоставимую антигипертензивную эффективность режимов лечения у мужчин и женщин и не предоставили информации о преимуществах в пользу какого-либо класса антигипертензивных препаратов для предпочтительного назначения мужчинам или женщинам. То есть артериальная гипертония – это заболевание, не имеющее гендерных отличий. И неважно, течет она у мужчин или у женщин в постменопаузе. Таким образом, при определении тактики лечения артериальной гипертонии у женщин в постменопаузе следует придерживаться основных принципов, сформулированных в современных рекомендациях по ведению артериальной гипертонии. Для медикаментозного лечения артериальной гипертонии у пациенток этой группы могут применяться практически все лекарственные препараты, рекомендуемые для монотерапии или комбинированной терапии артериальной гипертонии. Давайте рассмотрим эти группы препаратов и очень четко для себя выведем, что же лучше. Ну, конечно же, мы прежде всего будем у этих женщин применять метаболически нейтральные препараты, учитывая, что артериальная гипертония в этот период
является частью метаболического синдрома. И из всех рекомендованных групп лучше выбрать метаболически нейтральные. Какие же это группы? Но прежде всего, это группа ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов к ангиотензину. Обе эти группы эффективно предотвращают или приводят к обратному развитию поражения органов-мишеней. То есть гипертрофии левого желудочка, о которой мы уже с вами говорили, и ремоделирование мелких артерий. Это как раз то самое поражение, которое возникает при артериальной гипертонии с метаболическим синдромом. Блокаторы кальциевых каналов. Их свойство, которое нас абсолютно устраивает, это то, что все антагонисты кальция метаболически нейтральны и не оказывают отрицательного действия на углеводный, липидный и пуриновый обмен. Как раз на те обмены, которые повреждаются при метаболическом синдроме. Это здорово. Но, как всегда, есть одно маленькое «но». Дело в том, что особенно первые представители этой группы, я говорю о нифидипинах, имеют такой побочный эффект, как отеки нижних конечностей. И, конечно, назначение этого препарата, если уже у женщины и так есть отеки нижних конечностей, крайне нежелательно. Поэтому, да, можно применять, но вот с этой оговоркой. Диуретики. Тиазидные и тиазидоподобные. И, конечно, мы только что говорили о том, что при метаболическом синдроме очень часто отеки так возникают в связи с нарушением эстрогенового обмена. И, конечно, диуретики были бы показаны, но диуретики в больших дозах абсолютно противопоказаны при нарушениях пуринового обмена. То есть они противопоказаны, если у пациентки есть уже подагра или бессимптомная гиперурикемия. Но низкие дозы диуретиков, когда их побочные эффекты компенсируются ингибиторами АПФ или блокаторами к ангиотензину 2, показаны. Нет противопоказаний к назначению при этой патологии. Поэтому диуретики можно назначать, но в низких дозах. И тоже как бы смотреть на пуриновый обмен, иметь в виду, что есть такая оговорка. Спиронолактон. Дело в том, что он особенно показан при резистентной гипертонии и ночных подъемах артериального давления. Это его свойство, оно доказано. И мы, конечно, можем его применять при метаболическом синдроме. Но мы тоже с вами всегда помним, что спиронолактон – это мочегонное, и, соответственно, большие дозы мы тоже не применяем. Ну, как правило, при артериальной гипертонии применяются малые дозы спиронолактона, это 12,5 мг. Агонисты медазолиновых рецепторов. Еще одна дополнительная группа, которая показана при ожирении, инсулинорезистентности, метаболическом синдроме при менопаузе, то есть это просто прямое их назначение, и, соответственно, в комбинации с различными другими препаратами. Да, конечно, эта группа абсолютно показана при метаболическом синдроме, но мы помним с вами, что есть ограничения при назначении при синдроме слабости синусового узла, при различных видах блокад и брадикардии. Итак, для лечения артериальной гипертонии, которая, как правило, сочетается с метаболическим синдромом в период пре- и постменопаузальной у женщин, то есть это женщина от 40 до 70 лет, мы выбираем 5 групп препаратов. Метаболические нейтральные, ингибиторы АПФ и БРА, блокаторы кальциевых каналов, диуретики тиазидоподобные, спиронолактон, агонисты и медазолиновых рецепторов. Но мы только что говорили с вами о некоторых оговорках. Блокаторы кальциевых каналов могут вызывать отеки ног, диуретики при больших дозах могут приводить к нарушениям пуринового обмена. Никаких оговорок не было только у двух групп. И именно эти две группы мы, безусловно, оставляем для лечения артериальной гипертонии в постменопаузе у женщин. Спасибо большое. До свидания.